сложно сказать, что значит финал четырех для молодого баскетболиста. Но когда вся твоя карьера связана с одним клубом, начиная с молодежного проекта, это что-то особенное. Когда-то я тренировал в ЦСКА на втором этаже в зале номер один. Сейчас я играю на основной арене. Когда-то мы смотрели матчи Евролиги по телевизору с первым тренером Виктором Николаевичем Шведом. Сейчас он приходит на мои игры. Раньше мы с молодежной командой ездили смотреть на финал четырех. Сидели на трибунах с болельщиками и поддерживали ЦСКА. У меня была мечта прочувствовать эти эмоции и атмосферу изнутри с паркета. Меня зовут Александр Хоменко, и я играю за ЦСКА Москва, и это мой первый финал четырех.